Не хочешь так? Дайте оп сентри. Рубен, Рубен пускай берет. А, сентрю просишь, все, тогда свободен. Не хотелось, конечно, брать эту сентрю. Вы можете очень жестко ходить гангать. Ой, спасибо. Кларетшкой. На всякий случай. На все случаи жизни. Ну что, давайте прикинем наши расклады на руне. У нас есть Skyvras с нюком, Рубик с дизейблом и... Можем вард поставить, если что, можно будет закрыть. Короче, нехуй туда вообще суваться, мне кажется. Да нет, ты что, у них... Я не пойду туда драться, говорю сразу. На нашу можно брать. Так, мы им жесткая разъебченка там делаем. Боюсь, что нет. Да почему ты так боишься? Да, очевидно, что да. Ну, я пасую. Я лучше... Не чё, хотите, как... не пойду. О, да не, все нормально, Зиковский. У нас реально всё, стронг хер еще. Теперь все, можно рамсить. Теперь увидели, можно рамсить. Там, блядь, ни одного дизейбла нет. Я просто пойду сейчас и буду смотреть на них. Смотреть им в лицо, блядь. Чё, тролляка хочет трону? Чё, кто хочет, здесь? Хочет, хочет, хочет. Кто нахуй? Дай ему тангу отдашь. О, смотрите, смотрите, побежал в Орлюши. Сразу увидел грудку снизу и что-то отошел. Но у него сентри были две штуки. Пойду стопить, хули. Не, пойду встречать, войд пускай стопит. Ты мог бы в миде поблочить. Угу, отправляюсь. Да уже там тролляк успеть, забей, к окнам. Хорошо, хорошо, давление сразу показываем. Все, конечно, давление. Что мы, блядь, здесь нахуй не обниматься пришли, блядь, друг с другом. Естественно. У меня лаги. А заниматься киберспортом? Профессиональным киберспортом. Можешь идти, Рубен, начинать? Да, я пойду начинать. Буду, блядь, что-то тут промышлять. Молодым. Надо пулить сразу. Надо оттягивать, на него жмешь, крипы на тебя идут и смещаются на ренджа. Хорошо, хорошо, хорошо. О, сместились на ренджа. Я задонаил. Ну типа, даже если ты его не видишь, на, ну, на медового хуярь, крипы будут агриться. Просто на ренджа отвозишь и все. Он там отводить собрался. Да, я пойду. Да, я уже отвел. Подрежу. А, все тогда, все у нас в порядке. Все, я держу лайн до посинения. Давай. Он приходит, убиваем сразу. Вообще, мы можем это, прогуляться в медосик. Надо слоу, дядя, пойду тогда. Смотри, сейчас вот этого, давай забьем. Ты куда? Ну, все, конец дружбы. Давай дружить, пожалуйста, я ж типа не нарочно. А так, нет, без лучных побуждений. Ой. Нюк с руну топовую чекает. Вот, я не получил свой второй. Есть второй. Снизу визаж. Нюк с иллюзиями. Надо ломать. Сейчас стало отводить, не ломать. Ладно. Ну координируй или я буду координировать? Мне похуй, типа, говори, что делать, я буду половить. Пойдем его убьем. Пойдем, слоу дал. Проебался, в тень ушел. Все, забей. Я отвожу тогда. Пик, давай. Давай, давай, давай. На ренджей отводи. Может, поебем его? А, 7... Эй, блядь, где кликино? Мне опять лагает. Так, сейчас я сделаю тут кое-что. Вот так, вот так. Я готов им пизделей дать. Надо Рубен. Я отводим тут дело. Давай, 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 до конца гейминг. Покажи мне его. А, ты погиб. Ну вот, поверил. Вообще это авантюрка. Он второй апнул, дрюс еще. Я куру беру. Как же он так быстро, блядь. Это зажал. Полная хуйня.
Подсекает, подсекает, смотри аккуратно. Полнейшее дерьмо, блядь. Как же мы его нафидели, блядь, какие же мы идиоты. А, нет, стоп, я же это... Блядь, очень важно забрать на топ руне, у меня руну сейчас. Да, я иду, подсекаю. Он меня просто убьет, типа, если... Бля, нас курица убили, понял. Пойдем его убивать. Вижен, вижен. Ты понимаешь, что я дазл? Найс, лично. Я тебе танку шарну. Может, от одного меня с ним оставить. А, куру убили, да? Да. А с какой позиции? А, на поле. Сказали бапнуть? Я бапнул, я просто не знал, я думал. Может, другая. А, не пофиг. Слышите, да? Можете одного меня с ним оставлять. Сейчас, пожули возьму и двину. Чисто ну, уходить, вот перетянемся, убивать, можно к рубке ромить. Перетягиваться из этих дазлов там. Давай, вот здесь сапог? Можете мид заебошить, если рубка, рубка развлекает, просто мид заебошить и так, нормально. Так, давай в мид заебанем, у меня есть всё. Я сюда на базу, с базы только. Взял. Все, ждем тролля. Вардия сломал. Дай тангос один только. Дайди. Так, давай я покажусь, короче, по чалю, даже экспы или не стоит. Не знаю. Я полечу через секунд 10. Варлок, кстати, без сапожуля. Кто там трой суппорт? Висаж. Ну блин, дазлок, когда ТП, у него вообще ничего нет. Что, у дазла, можно? Можно? Не-не-не, так не гоу. Смотри, смотри, бежит на меня, гоу. Даю, 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 уже слоу дал, 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 уже слоу. Я подбегаю. О, башу. Хорош. Хорош за башу. Найс, найс, ребят. Через базу можно на бот перетянуться, там я мы на пятой бруде их уничтожим просто. Я с тп подойду на смоках. Ты можешь на Т2 подойти. А, у тебя есть, все, давай, давай сработаемся. Ты как, Дрюсыч? На шестом пойдем уже его оформим, этого жука. Бать, если что, ульт говорите, я ультую. Ты телепнешься? Сработаемся. Да, телепнусь, телепнусь. Телепортнусь. Пешком, да, бежите. Скоро припишу. Хотя я бы снизу руну. А, там баунти вообще лежит, и никто не трогает даже. А, в топе нюкс контроль. Да пошли, смотри, можно еще сразу после кила. После кила делаем ну, дроп вижен на лес к ним. Давай. Давай, ты инициируешь, Кингер. Ой-ой-ой. Угорелись. Еще не закупился. Голема проебать, проебали. Только быстро, максимально ТП. Висаж миду, их только двое внизу. Хорошо. Я пойду вижен сразу дропать. Слышь, ребят, нет голема, висаж не забыл. Я руну снизу, скорее всего, возьму и в меди экспу, может, получу какой-то. Это тролля... Блин, забрали. Я стой. Мне некуда идти сейчас с меда. А, ну, блин, варды бы купил. Есть, есть, есть. Поставь миди. Я... Плюс куплю. Смотрю, я куру куплю. Да, куру. Поставь сейчас, смотрю, в меди, а ты отправил. О, смотри, какой пирожок. Да, можно пробовать. Ты можешь, Рубен, наверное, в лоб даже заходить, я сразу я на базе. Ну, ты же сейчас подойдешь, правильно? Да. Ну, дело. Она все тогда в центре возьмет. Гоу? Да. Тут висаж. Висаж, висажа, висажа, висажа. Вот это мне нравится, как тролль сыграл. Фокус таргет хоть, блядь, говорит. Я дай, мне опс, чек. Дай мне опс, слышь? Я поставил два опса, один на лес. Не надо было так поставить один, на самом деле. Ну давай работать уже с брудой, почему бы нет. К войду на шоу. Пойду у Сендрик ткну и может с фейтболта убью этого таракана. Угу, давай, я бот руну чекаю. Бля, то ты можешь это? Там... Я в топе чекаю. У меня хаст. Мисс! Действительно мисс. Это эпик. Я, может быть, убью его, но не обещаю. Он у него крапас когда? Нет. Го это сдаем? У меня ресурсов нет, я понял. Смотри, я лечу. Можешь его знать? Снизу дозу покидаю, честно. Я не знаю, я не могу.
Ты что, лучше ходи, братан, там один. Вижена не видел. Думал, подавишь, мы бы ебанули. Изи. Не-не, я бы просто тавру. Я не могу так быть. Ты вообще тут был. Да, я на хосте был со всей хуйней. Можно мазать сразу? Просто дал сайленс и убил бы. Чего говоришь? Намазать сразу. Могу. Пойдем на бот, Кингер, еще пойдем сейчас опять. Мы же в столом меду убили, это просто фричистый чел, который я в мид пришел на самом деле, я до базы регенюсь и в мид пришел. Меня сейчас сверху будет пробовать нюкс убивать. Я тебя посмотрю, нужно там постоянно дроп убивать. Понял. Все, я на ИМС теперь. Дред, я здесь, я с тобой, сразу слоу даю. Летит слоу. Я могу в миде батлу зарядить, надо? Давай. Снизу убивают. Нет, не убивают. Харш. Честно, у него хил кулдаун, можно даже как-то хотя бы увидит. Голем есть, по идее. Ты пойдешь регениться или как? Я просто шестой. Я стою. Ты уверен? Абсолютно. Бах, выбери крипчик, если можешь. Так, да. Занимай. Вниз, может, смещусь? Да можете, конечно. Нюкс базы, ребят, аккуратно. Готовьтесь. Но я не уверен, взял он ТП или пешком приходил на топ. Ну, сэндрики пока стоят, следующий из тебя. У меня уже есть. Да, за маны нет больше. Как-то, блин, надо шестой по-любому к твоему ульту, который есть. Да мы и без шестого твоего уйдем. Я могу подойти на Джаггера, поднять его, там не дать. Нам хватит этого? Ну, я ульт нажму. Не знаю, на самом деле, Дредовский, я бы тебя отправил бы на минутку в лес, это бы очень профита дало бы. Ну, с тобой тут просто бы аннигилировали. Нюкса не видим. Ну, по мне пока хп мало, я не могу уйти. Ну, у меня задеть, но Нюкса меня промазал. Ребят, не... простите, пожалуйста, я не могу стрелять за карту вот так вот. Не, там не нужна была. Ты понимаешь, что отсюда, да? Я куру взял, снизу пока... А можешь линию... А, ладно, пофиг. Может, сейчас с пауками твоими убьем? Может быть. Так, ну все, я могу съебывать. Не-не-не, стой, я сейчас буду выпуливать. Оформатив. Да, свой шестой арканчик, и там уже можно работать. Поддался, забей. Не, я ушел. Я в тень ушел, у меня крипы не пошли. Типа, со скайм мы точно нормально будем делать. Не, я пошел в сторону мида набирать экспу. Вы должны понимать то, что верлок это просто фрик, который нужно забирать постоянно. Вот это просто фрик-фрак стоит, а пока уже 10 минут лун. Ну он с фейзами и големом на самом деле. Хил третий, да. Я понимаю, но мы же можем втроем. Парни, надо курицу вязать. Визаж шестой, да? Шестой визаж. Птицы на топе. Дред, встреть. Обновил. Сейчас поглубже поставлю. Мы с храна сферы, например, если тоже можем что-нибудь делать. Да, у меня сейчас ТП-шка будет. Мом ТП-шка летит, я могу делать. Заеб. Я могу в топ взять все тавр. Есть ТП куда угодно, здесь еще. Чекаю так, стой, угодно. Может не будем войдать и газ по линиям? Пускай он здесь вкормится. Ну я пока так и делаю. В смысле, мы за вот если стянем его вниз, он, блядь, просто мы снесем тавр за этот стяжку. Нюк собирает ДД. Окей, аргумент, согласен. Ты, походу, умер. Тут Нюкс под тобой в инвизе. Один крип не надо. Так вы ничего не делаете, просто. Иду так. Что будем понимаете делать? Я лечу вниз. Давай, я на Т1 полечу, когда купов. Я на Т1 лечу, давай. Все, не так уж. Ну. Будет что-то там замедлить? Нет. Т1 ТП-шусь. Гоните, дам слоу. Нет. Он вот здесь будет, и с ультом. Давай разобинаем. Побыстрее. Всех с курицей. Во-во-во, идут, тут на мите, смотрите. Можешь брать курицу, думаю. Я лечу в мид. Мы там ничего не делаем. А хуй чекалима, там сейчас галим кинет вас двоих. Я уебываю. Я тоже пытаюсь. Я надеюсь, ты уйдешь. Что там офиген, ребят, нужно. Ну я походу снова сдох. На ваш банк разобрался? А, мне шестой ключ получить не могу, уже 5 минут, я 5-й уровень, с 8-й минуты. Это игра, меня, я не знаю. Голема въебали они. Ульту Джаггер давал? Джаггер в меня улетел? Нет, не давал. Да, меня дал. Окей. Голема нет, как вы понимаете. Да, ребят, только одно будет сейчас из этих улиц. Пойдем с базы в смоке. Да, я с тобой здесь. На мите подходите.
Да, ребят, а карты подправим как раз. Надо на варлока этого выйти уже и убить. А, охраны нет, все равно. Ну вот мы идем, ток-ток. Я ну, понимаю, карты. Ты ультуешь. Да. На месте держишь, да? Да. Ой. Пришло, что ульта была. Я хочу домой, ребят. Нет, я не хочу. Надо драться, надо драться, надо бить срочно. Очень, очень много армора. Там есть галим с гримом, мы не можем драться. Что мы имеем? Мы просто стянули Вайда на бот, проебали 4 минуты его фарма, и он, ну, юзлес на сейчас. Я подфармил полторашечку. Стояли на топе, хуйнули бы визажа, снесли тот же тавр. Ну, бруда неплохо там подтянула себя. Это немного радует. Сверху этот самый... Висдж. Да, плюс один можно... А чем мы можем Рошана убить? В любой момент здесь еще. Плюс один на топ надо. Я бегу пешком, сентри купил, на ТБ нет. Тут какой-то нюк, скорее всего. Нюк снизу. Понял. Я к вам в топ подойду. Мид еще вард-дроп какой-то. Я готов, гол килл? Давай. Давай. Мне кажется, он не один. Или один. Не за один джаггер. Я так понял, Вейл еще что-то колдует. Да, варфок накастовывает. Я ультую. Блин, я подхожу. Сайленс там не псу. Гол килл. Дик, блять. Я с тобой слоу даю, спамлю. Да, я его боюсь больше, чем от меня, мне кажется. Все, я ухожу пустой. А спину мы не можем его? Надо, надо спину. Походу нет. Он не, надо, он без голема. Ну да, но... Нет, мы его не зарашим так. Сейчас руна будет. А забирай? Да, возьму. Да, бери. Снизу вообще, что это стоит? Разве почему? Дазл. Джаггер идет. Там много. Светка, нет? Нету, нету, ни у кого скаута нет, нет. Может мы хэта? Я топ отпушу. У нас видел, где грифт напаут, он что-то видит. Дай рукан. Вот это вот чё? Мы можем напасть кого? Блин. Короче, я не нажал. Ребят, построя здесь, я захожу с тыла. Джиггернаута, дай вижн, попробуем его ёбнуть. Хорошо. Можно даже игра попытаться. Он сел лотар. Он лотар делает. Курицу. У меня сентри с... Да-да, скаймак нужен. У него нет еще лотара. Даш, Сталинс? Да. Хорошо. Нам нужно срочно за Рошана убить, ребят. Можно с тобой. Идут, идут очень идут. Много. Очень много идут. Ой-ой-ой, у меня походу проблемы здесь. Так, ладно, я закуплюсь. Все, прям сейчас нужно на Рошана идти. Ну с дредом твоим можете убить его. Просто нам нужны смоки, чтобы вы нажали нам, и мы пойдем. Есть смоки, есть. Мы, кстати, можем. Смотрите, как сделать. Мы с каймагом пойдем убивать куда-то, а вы Рошана. Типа вчетвером смок нажмем. А есть сурна какая-то, рубанчик? Не, я брейсер взял. Ты транквильный. Ну вот, ждем 20 секунд, пойдем пока покидаем косты, блин. Я попарую экспо. Какая же хуйня. Вообще. Желательно еще сентрики какие-то купить хорошо, но чтобы никто не дошел. У меня нет денег. Я просто. Все потратил. Бля, покупаю, похуй, забей. Че, подходите уже кто два тавра. Угу. Один момент. Мы давай к грузе пойдем, на топе выждем. А где угодно на самом деле. Возьми Рубен, ты сентри. Ты как бы первый, ты всю контроль полетишь. Как, ну сентри, пусть первый идет, чтобы сейчас сразу никса.
Кого-то на меде, что за херня? Вот этого надо добивать. Я не могу нам позволить себе такое отпустить. Все, гоу на Рошану. Да, гоу. Арканы, если есть какие-то, надо бы. Ну, давал, 25. Смотрите, а, это иллюзия, Энекса. Подходите, забить уже. Все. Поставь опс сюда, может, тоже какой-то. Блин. Нюкс на меня инициирует, но у меня маны нет. Меня не сильно продамажит. Птицы сломают. Армором не попал. Ягер может быть от армора, нет? Идет Нюкс. Нюкс виндеть идет. Надо добить его. Я забрал Эггис. Там что-то делаем? Ну, надо, чтобы я не умер. Или я умираю. Не круто, чё. Я не знаю, мы никогда не можем так вдаться, чтобы мы все скиллы кинули. Смог прожали, идут на бот на броду. Yeah. Вот здесь смог был. Нюк с даггером. Да ты кто-нибудь можешь купить в это? Где там? Кто там ебался? Я могу в сторону низу подойти на самом деле, у меня есть МБ. Дропшись. Гой его убьем? Сейчас подойду. Там дазл еще. Дред? Гоу. Засмущался? Да нет, это... Да мог. Смотри, стоит. Нюкс идет. Он вроде даггер нашел. Крон, конечно, нормально. На бот бежит к вам. Давай дред на топе пасти, я не знаю, или в мид пошли сейчас, в нагу ворлока, или фарми в тупую. Блять. Там нюкс у вас, парни. Еще есть фиолетовый тут. Големов просрали. Я пешком иду туда. Стос, да? Блять. Какая твичка, нахуй. Просто... Боже. Да ты кто просил, я заберу, коль никому не надо. На дело. Вот в биде жмур. Чистой воды жмур стоит. Так, я подбегаю. Экспловы со всей хуйней. Он сейчас уйдет уже, потому что хуй его знает. Панчик припукнул. Там крипы шли, похуй. Руну сбить сверху. Нюкса боюсь, не пойду. Мы вообще с тобой, Рубен, не должны разделяться. Давай пойдем в топ. Скаутит. Чувствую, сука, где-то скаутит по лесу у нас просто. Ну чтоб кто-то покупал все. Вверх пытается, можно мид прийти. На топе Нюкс атаковал. Проебался. Ультат роля будет? После глифа нажми ее. Топ будем брать? Нажимай. Нет. Нюкс сзади вроде. Хорош. На развороте на можем? На топе надо драться. Давай на топ, давай. Притягиваемся, я тебе маны подправлю. Это что за хуйня? А я лечу. А что это такое вообще? Внизу джаггер. Он еще нюкс там. Бэфом. Блять. Тоже что-нибудь хочешь? Он без грейва.
Вот смотри, тут что. Ага. Они все отменили. Я не ставлю, забираю. Давай. Ой, Джаггер сдох, красава. Там Нюкс в этом секторе был круче, не уебал. Половил. Так, мид иду забирать. Сейчас подойду, бруда. Мне кажется, там. Я бы с брудой поработал сейчас, честно. Поработайте, поработайте, пробуйте. Может, виндеть тут, смотри. Он... Я на энджел. Ладно, все, я ушел. Ушел от меня. Могу на вход в лес поставить центру, если кто-то поддержит, там вдруг на нюкса неожиданно. За мне снизу. Надо, чтобы ты линию толкнул, я дам вижен тут на заходы, будем все контролить. Вот, вижу Джаггера. Гуалемов отдали, короче. Можно его убрать? Начни, начни с арчи, да я пошел, поддержу. Там сзади этот. Да, зло надо было заткнуть. Уходи, уходи, уходи. Они без големов сейчас. Гол дазла, м? Натравишь? Да, там стоит еще за этот. Люкса можно убивать. А, Джиггернаут? Да. Сейчас под хилю подходи. Джиггернаут в миде. Короче, пока големов нет, сейчас надо что-то делать. У меня есть тревела. Давайте с хрона что-то замутим, можем смог замутить. Так, тревела на брубке, окей. Вообще, у меня есть одна идейка. Можно в центре под меня поставить. Я кривой, у меня досты только, дядя, и все. Я могу взять гем, но я не знаю, меня убивает очень легко, там у Нюкса уже даггер есть. Дред, хочешь гем? Нет. Нет? Когда БКБ будет, скаутит. Может быть, захочу. Когда БКБ будет, скаутит. Может, на даггер накоплю. Гем уходит. Почему они видят? Будут роли, а нету? Хорош. Премиум аккаунт. Никак? Я пока живу, но могу пизделей. Ну я, кстати, рядом это. Вот ты зря. Они настоящие? Походу и божиться надо. Я бегу туда. Я замедлил их как смог. Телян замедляет. Блять. Я съебался, но мне станет дальше. Это Паша Смит. Джаггер снизу тавер ломает. Джаггер, Амант и БФ. Сайленс сбрасит. А купол он сбрасывает? Я могу ТП сделать, давайте ему арчи. А Рошан вроде может быть уже. Да, начинает. Так, мне надо, короче, где-то 200 голды набутить на ПКБшку. Сейчас опасно очень. В сторону на Рошана идет. Можешь одного паука туда отправить? Бля, реально везде опасно сейчас. Ебучий нюкс. Ну пойдем в Тима и хули. Вот тут нюкс по-любому для птицы.
прыгаю, прыгаю. Даже хрону не мог кинуть ни во что. У меня не было. Блять. Сейчас... я ждал ульту, не спамил. Ждал. Хотел там секунды оставались. У нас драки пиздец какие-то. Без консейра, без всего. У меня, блядь, до БКБ там оставалось, блядь, 200 голды, мне негде было нафармить. Подставились, хрона нету. Там у них сагем. Бля, где 200 голды набрать? Хуй его знает. Армурчик дали. Так вот записываем. Големы упали. Я рожусь, у меня кукол будет. Мне надо мид забрать. На этот самый. На БКБ. Так, не зачет вообще. Его забыть ради дела. Сейчас энтри подлетят, аккурат тягается по карте. Проверим. Ну вот сейчас нам реально нужен гем. Вот здесь где-то раз. Это у нас монта. Может хотя бы Егис отберем у него? А, нас видно. Ого. Нормально, нормально, нормально. Егис? Я бы Егис фрешен варлок сейчас второй будет. Че, пойдемте в последний бой, вон веселятся что-то, блять. Я-то пешку даю. Гем, вард. Раки живые. Лок нормально так отдал. Только не там, что надо. К сожалению, так я взял. Врагу мне действительно. Я у нас, плохо. Надеюсь. Должен быть, да. Нокс не взял его, типа. Дред. Такая просьба, когда прыгаешь, в крону ставишь, говори, кого ты бьешь просто вот, чтобы я хотя бы фокус стартовал. То есть, я стою, смотрю этого нюкса, выжидаю, чтобы не прыгнул сзади. Вот. Так я просто... Цели меняются в голове по кулдауну. Бля, проблема в том, что вот, да, меня в парни даем бывает. Угу. Я много забрал, походу, я вообще думал про этого, про визажа птичек и нюкса, ну, тут, да, вот так вот тоже можно. Там много с гемом, аккуратно. А Джаггер улетел? Это да. Баттерфляй. Да? Ладно. Успел. Блять, как же нужен гем, это пиздец. Меня... Это тоже никто не понял. На, пожалуйста. Этот жук убил уже я раз. Я без Джаггера все, фидло просто полное.
Действительно. На джаггере армора нету. Где? Курия лежит, ребят. Не очень-то это. Надежный. Потери. Сейчас ладно, делаю вот так вот. Беру джем. И это последняя попытка. Последний оплот? Да. Надежда. Надо с этим, со скаймагом сейчас пытаться убить быстро джаггера. Варлок далеко Ильич. Пока. Он с даггером, он будет стоять, просто гаремов закидывать. 10 секунд мой ультимейт. Можно, может этого? Не джаггера, а... Такого там варлока. Армор еще, блядь. Ну вообще-то надо на варлока. Ну, вон они что-то идут. Все, Галем, пошли. Все, пожалуйста. Мне кажется, его неубедительно бьете как. Что есть, то есть. Блин. Ну зачем я эту грудку взял? Да что-то реально, блядь. Хотел троллем пойти мне просыбать. Три милишника против того варлока ебучего, вообще никого не бьем, блядь. Вначале по замесам бегали, стояли. Не, более... можно пойда стягивать. К брудзе нужно было ходить, работать, просто настоять да на фармить. Да не, Войт, то что стягивается, так и надо, типа, мне нехуй стоять фармить. Так нахуя для тебе? Надо тебе ходить? Все приходит и все, ты просто ставишь на уёбка, который к тебе приходит, хрону и забираешь его. И дальше пошел по лесам. Делится леса с эншентов с троллем на двоих. Мы просто работаем с Рубеном. Бруда, это же такая хуйта противная на старте, что эти суппорты вообще просто отлетают. Мы один раз только пришли. Тоже один... правда. Так, ладно, дорогие друзья, поработали, да? Рекламная пауза, и начинаем следующую.